Всем привет, я уже прилетела домой. Не поверите, я утром проснулась, и было такое впечатление, что это конец света. Был такой ветер, такой дождь, а сейчас светит солнце, и вообще ничего не понятно. И пока меня не было, Томик остался сам с малыми и решил, что на улице весна, и разрешил им идти в очень тоненьких таких калошах. В общем, туда набралась вода, потом они еще съели мороженое. Но, в общем, было бы удивительным, если бы ни у кого не было насморка, ни у кого не болело бы горло. Бывает, я немножко позлилась, потому что было очень много работы, но мне пришлось взять тоже больничный и понаблюдать за маленьким человеком. Маленьким большим. Точнее, не пустить его в садик, но дома сидеть не получается, потому что холодильник пустой, и мы сейчас едем за продуктами. Я померила ему температуру, все нормально, спит он хорошо и даже кушает. Мы сегодня вместе позавтракали. Так что я надеюсь, что ничего страшного, но береженого, как говорится, Бог бережет. И также в день моего прилета в Краков мы были в гостях у двоюродной сестры Томика. Именно там я снимала первые кадры этого влога. И она поведала мне, что недалеко от Кракова открылся очень классный магазин с товарами для дома. И туда мы с вами тоже обязательно отправимся в этом влоге, но, наверное, не сегодня в моей реальной жизни, потому что я буду смотреть по состоянию Игната. Все-таки мы доехали. Магазин называется Action. Я знаю, что это сеть, и в некоторых странах Европы они также представлены. И я сейчас зашла в первый отдел и просто обалдела. Вот это все для рукоделия, для шитья, вот там нитки для вязания, чего только нет. И это довольно большой магазин. Находится он в городке Явожно. Вот как бы не совсем вещь первой необходимости, но я давно хотела купить себе клей и пистолет для горячего клея. И цены здесь очень классные, доступные. Большой выбор канцелярии, и мальчики недавно начали увлекаться оригами. Есть много всяких видео, обучающих на YouTube, так что возьмем и будем баловаться. А это мой любимый отдел. Вот такие деревянные подносы в H&M стоят очень дорого, а здесь, знаете, сколько? Ну, где-то 6 евро, 6 с копейками. Или вот такие интересные подсвечники. О, я думаю, что мне такое надо. Очень сложно контролировать себя в этом месте, потому что уровень красоты и разнообразия всего зашкаливает до максимума. И я сюда специально приехала, потому что я хотела кое-что докупить. Большие и маленькие подсвечники. Знаете, когда перед тобой так много всего, начинает буквально болеть голова. Я думаю, что я долго сама здесь не выдержу. И этот магазин не на один раз. Подносы и зеркальные, и обычные, тоже разных размеров. И мне очень нравятся вот эти штучки. Тоже в H&M, в Zara Home они стоят каких-то бешеных денег. А вот здесь, например, ну такой, не сказать, что маленький, но просто маленький по сравнению с другими. 2 евро. Наверное, даже на AliExpress будет дороже. Вот этот возьму. Как я и предполагала, завезли уже пасхальный декор. И вот если присмотреться поближе, то, вы знаете, это выглядит очень даже прилично. Причем это керамика. Вот, всякие зайчики, яйца. Покупаем. Игнат меня подгоняет. Всякие пасхальные штучки. У некоторых я останавливаюсь и думаю, для чего это вообще создано. Но я же говорю, нужно тщательно выбирать, чтобы не накупить лишнего. Всякие разнообразные формы для выпечки. Также приспособления для декора. Каких-то пирогов, всякого такого. Я пока что этим не увлекаюсь, но если вдруг начну, то я знаю, где искать. В этом году мне такое прям супер интересно. Я обязательно сделаю грядку со специями. И вот здесь уже есть готовая петрушка и такой мелкий лук. Я, наверное, поищу просто отдельные какие-то такие горшочки и куплю семена. А вот такие прикольчики я тоже очень люблю. То есть это просто таблички, на которых можно написать, что и где растет. Я думаю, что я так смогу определиться, но выглядит это классно. Всевозможные контейнеры для организации, для какой-то мелочевки. У Томика есть что-то похожее. Вот такой прозрачный, просто видите, с выдвижными ящиками. Или в виде чемоданчика сюда какие-то гвозди поскладывать, шурупы или даже для рукоделия. Thank you.
сегодня не совсем обычный обед. Я сделала себе ленивые вареники на кукурузной муке. То же самое я делаю с обычной для своих детей, для мужа. Но, честно говоря, я поправляюсь от каждого лишнего грамма муки, конфет и всего остального. Поэтому я сделала с кукурузной мукой. Берем 450 грамм творога, это вот на семью я так готовлю, только чтобы он не был слишком влажным. Дальше 200 грамм обычной муки, яйцо и ложечка соли. Хорошо вымешиваем все, раскатываем на коврике специальным, силиконовым или просто на столе с мукой. Ну, то есть посыпаем стол мукой, раскатываем, нарезаем и варим в воде. Ждем, когда они выплывают наружу. И посмотрите, я себе сделала с луком. То есть я просто поджарила лук, перемолола его в блендере. Кстати, очень даже неплохой вариант. И когда варенички всплывут, снимаем их, подаем с луком, и тогда получается как бы соленая версия, или же с чем-то сладким, тоже вкусно. Со сметаной, не знаю, с вареньем, с чем хотите. Или с повидлом, с чем любите. Можно вообще перемолоть замороженные ягоды, тоже очень здорово. Мои тюльпаны стоят уже больше недели. Иногда купишь, они такие кряк, и все, капец. А эти вот, видите, такие держатся бодрячком. Покажу вам магию белой плиты. Я вам миллион раз рассказывала о том, насколько это практично. У меня тут кое-что пригорело. Я даже не знаю, что, потому что было на дне сковородки. Без понятия. Беру просто обычное средство. Между прочим, оно какое-то типа эко, без химии. Наношу. Обычная губка. Буду тереть вот этой более шершавой стороной. Как говорится, легким движением руки, если у вас еще грязная плита, я иду к вам. Но если серьезно, вы видели, что я не прилагала никаких особых усилий. И да, я очень рада, что у нас в этом доме не черная плита, а именно белая. Но она такая не чисто снежно-белая, а такой очень сильно-сильно разбеленный серый цвет. Ну, как бы это считается белая плита. Ну, это считается белым цветом. Сори за то, что вы сейчас видите на экране, но, возможно, это кого-то вдохновит на генеральную уборку. Мне не хватало такого воскресенья, когда я могу вытянуть все детские игрушки, перебрать и избавиться от лишнего. Короче, как видите, мама психанула, причем я старалась посортировать бумагу, какие-то книги, которые можно передарить, игрушки для маленьких детей, которые нам по возрасту не подходят. И это при том, что мы практически не покупаем игрушки. Да, пазлы, да, книги, но мы даже просим наших гостей, каких-то там бабушек, чтобы нам не дарили или ерунду, или просто приходили, не знаю, провести время с детьми, чтобы вот это вот все потом так не выглядело. Потому что в большинстве случаев это действительно пустая трата денег. Ну и выходные я организовала всему семейству, убирались все. И мальчики, и Томик, сейчас они пошли пройтись вокруг жилого комплекса, а я буду готовить ужин. И захотела не просто кое-что вам рассказать, а также, наверное, даже больше спросить, потому что многие девчонки интересуются психологией и также профессионально этим занимаются. В общем, в чем суть вопроса? В общем, когда приходит время праздника, там день рождения, Новый год, Святой Николай, и все эти дни, когда дети даже привыкли получать какие-то подарки, они их распаковывают, они ими играются тут же, и как детьми воспринимаются нестандартные, необычные подарки, не почувствуют ли они себя как-то ущербно, не знаю, там, обделенными, что ли. Ну, то есть, если, например, купить им билеты в кино или оплатить им какие-то курсы, потому что все эти роботехники и так далее, это очень дорогое удовольствие. И вот мне кажется, что у детей сейчас есть гораздо больше, чем нужно реально для счастья. И вот когда к нам приходят дяди, тети, бабушки, дедушки, мы всегда говорим, возьмите их там на выходные, на полдня, на несколько часов, или придите, поиграйте с ними в какую-то игру, или почитайте им книгу. Это более качественно проведенное время с ними, чем, не знаю, купить им игрушку, которая им неинтересна, которые они будут заниматься 2 часа, 2 дня это в лучшем случае. Вот мы угодили детям с подарками на Новый год, я говорю о этом году, ну о прошлом получается. А зачастую вот это вот все барахло через год
разгружается, не знаешь, куда это пристроить. Часть продаешь, часть отдаешь, а часть просто разламывается, и остается единственное, это только выбросить игрушку. И вот как вы думаете, как отреагируют дети, например, на какую-то поездку, на какие-то аттракционы или, ну, типа, семейный отпуск, там, семейные выходные? Из какого возраста можно что-то такое практиковать? Потому что вот они играют с машинками, типа Hot Wheels, такими вот металлическими, железными, или пазлы бесконечно складывают, или книги интересно перечитывать. У нас их много. Вот даже ехала мама с тетей на праздники, я говорю: мама, ничего им не покупайте из игрушек. И для них это было очень странно, как я приеду с пустыми руками, потому что ребенок очень ждет, он привык, да. И говорю: купи какие-то печеньки, и мама привезла классную игру, когда найду ее, я покажу вам. Недавно нам подарили детскую монополию, тоже классная вещь, но у нас есть и для взрослых, и причем Захар с папой очень часто даже вдвоем просто играет во взрослую монополию. И книги, есть много достойных, я тоже покажу вам то, что мы недавно покупали, и нам прям зашло, типа как Денискины истории, Денискины сказки, что-то в этом духе. И также, как научить гостей не приносить вот такие всякие безделушки, одноразовые игрушки. Потому что, с одной стороны, ты идешь в гости тоже, и тебе глупо прийти с пустыми руками, а тоже, когда к тебе приходят, приносят и приносят, и это бесконечная история. Как быть в такой ситуации, как вы решаете эти вопросы, эти моменты, как вы реагируете, как вы приходите, с чем вы приходите. Потому что я понимаю, что такая проблема не только у нас. Даже при том, что ты стараешься ничего не покупать. Мы уже несколько лет тому назад сократили количество покупаемых игрушек для детей. Это какие-то занятия, это какие-то, ну, занятия в смысле с загадками, какие-то такие мини-книжечки я иногда вам показываю, с какими-то заданиями, типа там то наклеить, то нарисовать. Захар еще не умел читать, он просил меня прочитать, там, и делал. Сейчас у нас такой период с Игнатом, а сейчас... Фу, я уже сама путаюсь в них. Сейчас Захар уже сам может что-то перечитать и сам делает с удовольствием, там сидит, ковыряется за своим рабочим столом, и это хорошо. И сейчас я наконец-то иду на кухню заняться ужином, сделаю тортиллы с остатками курицы-гриль, которую я запекала на обед. Здесь не буду снимать рецепт, я его выкладывала у меня в Инстаграме, присоединяйтесь, если вы еще там не со мной, потому что там все актуально, я стараюсь хотя бы несколько раз в день загружать сторис. И там часто появляются интересные рецептики, которые здесь не дублируются. Ну, увидимся с вами чуть позже. У нас, как понимаете, сегодня день Валентина. Я уже хотела сказать, что мы не празднуем, что для нас это обычный день. Но Томик все-таки порадовал меня вот таким сюрпризом, очень стильным букетом. Некоторых может смутить черная бумага, но мне кажется, что это так необычно и так немножко секси в сочетании с красными розами. Они очень большие на самом деле, и мне было нереально приятно, это была большая неожиданность. Нет, все-таки я считаю, что так лучше, без этой черной бумаги. Правда? Готов портрет, который Томик привез мне из Колумбии, вы мне советовали повесить его здесь, в съемочной. Но это плохая идея, потому что камера сойдет с ума и будет фокусироваться только на нем, потому что это яркое такое пятно. Четко я зачастую надеваю в кадр что-то более такое нейтральное, чтобы не отвлекать внимание от того, о чем я говорю. А портрет я таки повешу в зале. Вы правильно говорили, что портрет хозяйки спокойно может висеть на самом видном месте. Вот так нескромно. На днях у меня произошла вот такая радость. Я впервые получила посылку от бренда Innisfree. Это корейская марка, и теперь она официально представлена в России. И я знаю, что в это, наверное, сложно поверить, но, честное слово, я до сих пор очень радуюсь, когда на меня обращают внимание какие-то новые бренды, когда мне предлагают что-то попробовать. И, девчонки, чем вы пользовались? У меня здесь есть масочки, они с разными, вижу, ферментированными компонентами. Также тканевые маски другого формата, я буду разбираться. У меня, кроме пудры, по-моему, никогда ничего не было. Чем пользовались вы, на что сразу бросаться? Вижу, что есть линейка с зеленым чаем, какой-то бальзам, правильно я говорю? Интенсивно увлажняющий крем, также омолаживающий, типа как антиэйдж, под глаза.
ролик. И маска тоже, увлажняющая сыворотка. Я вот сейчас прям рассматриваю, что же здесь у меня в посылке. И это мицеллярная вода с зеленым чаем. О, наконец-то приехал Томик. Я обязательно попробую, я очень люблю корейскую косметику и буду делиться с вами впечатлениями. Спасибо большое, Innisfree. Вообще очень рада. Что-то я такая серая на сером фоне, уже не стану переодеваться, потому что я никогда не начну это видео, уже час. То я не могу забрать покупки с багажника, потому что Томик куда-то уехал, то еще что-то. Он, кстати, сидит здесь и будет делать вид, что он ничего не слышит и не видит. А, знаете, как мужчины иногда создают видимость только. Я вам серьезно говорю, когда им это выгодно. Первое, что я унесла из магазина, мне давно нравились эти колбы, и я их видела в размере чуть поменьше на AliExpress, и, возможно, это то же самое. В общем, эту штучку можно повесить под потолок куда-то, но у нас такого места нет, и я просто хочу это поставить в качестве светильника на таком подсвечника на деревянном подносе. Сюда также можно поставить какое-то растение, очень интересно, смотрится оригинально. И в каких-то ресторанах тоже иногда встречаю что-то похожее. Но главное, хорошо это зафиксировать, если вы соберетесь эту штуку вешать. По-моему, в магазине я говорила об этом листочке два слова. Очень удобная вещь. У меня есть не такой глубокий листок, и в серебристом цвете он стоит в ванной комнате, и туда я складываю бижутерию. Но так как у меня ее много, я все приношу, и когда уже этот листок переполняется, я это все разгружаю. Вот этот листок уже глубокий, это как такая подставочка. Также можно выложить какие-то орешки, что хотите, между прочим, это металл. То есть листочек не тяжелый, но все равно выглядит очень стильно, интересно. И также некоторые вещи я покупала для того, чтобы красиво делать макросъемку. Когда я вблизи что-то показываю вам, мне нравится, когда это все эстетически красиво оформлено, поэтому... Для своего канала, для видео я тоже купила какие-то отдельные вещи, без которых я спокойно могла бы прожить. А вот этот листочек я положу в своей комнате, потому что у меня там есть золотые элементы, золотая лампа. Я вам говорила, что по сравнению с ценами в Zara или даже в H&M Home он стоит буквально копейки. Еще два подсвечника в таких как бы плетеных корзинках. Они были в нескольких формах, я решила взять вот такие. Я планирую оформить все в таком очень натуральном стиле. Я и на Новый год старалась это сделать, но потом как-то переиначила. А Пасха, да, наверное, это тот праздник, когда я буду использовать и сено, и мох, и всякие такие элементы. И, конечно же, это не одноразовые вещи, то есть я потом повторно накрываю стол. И мне очень нравится, когда у нас просто обед, и добавляешь какие-то такие мелочи, да, но все равно это влияет, это создает какую-то особенную атмосферу. Тем более, что каждый день мы вместе не обедаем, потому что Томик на работе. Я работаю из дому, мальчики в садике. И для нас это действительно праздник, если мы готовим дома и садимся все вместе за стол, если никто не нервничает, потому что иногда бывает так, что, знаете, доведут дети, потом уже и подсвечники тебе не нужны, и все остальное не важно. Я это делаю и для себя, и для нашей семьи. И также мне приятно, что гости обращают на это внимание и всегда хвалят. Еще один листочек, он тоже металлический, только уже черный. И знаете что, вот на таком плоском листке также хорошо смотрятся какие-то там свечи, вот что-то такое, что можно поставить, а не просто положить. И я пока что не придумала, куда я это пристрою, но однозначно это мне пригодится при съемке. Купила две вот такие вазочки, они, кстати, были еще и с таким золотым напылением, но осталась всего одна и две вот таких. Я специально взяла вот такие маленькие, потому что, когда я много всего наставляю на стол, потом уже не остается места для декора, и кто-то скажет, а зачем вообще он нужен? Ну, мне в кайф, я много раз об этом говорила. И вот такие маленькие вазончики не занимают много места, и сюда, конечно, не поместится много цветов, но как раз суть в том, чтобы поставить там 1-2 цветочка в каждую, и это... Такая маленькая, яркая деталь, опять же, на столе, которая создает настроение и смотрится очень-очень стильно. И если вы посмотрите влоги с лета, например, то у нас тоже часто на столе стоит что-то такое. Томик тоже всегда покупает и свечи домой. И, ну, у нас-то семейная, да, Томик? Да, наверное.
очень прикольная вещица. Я не помню, снимала я это в магазине или нет. Короче, в H&M или в Zara Home вы наверняка видели вот такие разнообразные формы подставки под бижутерию, всякие шкатулки. И они часто с таким стеклянным дном. У меня тоже есть похожая. И я подумала, что я ее добавлю, потому что там у меня стоят какие-то свечи и так далее. Но она, в принципе, небольшая. А сюда я положу какие-то сережки, например, колье или заколку жемчужную. Почему-то мне хочется сочетать черный, золотой и жемчуг. И вот посмотрите, две вот такие вещицы. Очень стильно смотрятся в интерьере. Я не люблю, когда много всего наставлено. Но мне нравится, когда все это меняется, там, в зависимости от моего настроения, от того, какой сезон за окном, потому что если это новогодние праздники, то больше красного цвета какие-то олени, рога, там, всякое такое. Вот. А сейчас мне хочется чего-то нейтрального и тоже, наверное, не яркого. Самым ярким пятном у нас здесь будет как раз вот та картина. Кажется, я сошла с ума. О чем я думала? Еще один листок. Когда с ребенком приходишь в магазин, и он постоянно: «Мама, быстрее, мама, не снимай, мама, пойдем, еще что-то там». Ты просто хватаешь все и выносишь. Кстати, все то, что я купила, и даже Игнашику такую дорогу, за все это в общей сложности я заплатила около $80. Я думаю, что это не последний мой визит в том магазине. И еще один листок. Мне нравится, что это не просто серебро. Кстати, он уже побольше. Он в 2 или в 3 раза больше, чем тот, который у меня есть. И у нас вот здесь в зале как раз такое потертое матовое или полуматовое серебро как раз классно будет сочетаться с моими зайцами. Была в ТК Макси, как-то в этом сезоне на Пасху туда ничего интересного пока что не привезли. Или я так попала, я очень-очень хотела бы купить хотя бы один или несколько подсвечников с зайцами, чтобы их разыграть, но как назло нет. Вот когда не надо, ты регулярно на что-то натыкаешься, проходишь мимо, думаешь: о, классно, есть. А когда тебе надо, ты потом обойдешь все магазины и не найдешь. У вас тоже так? Перепелиные яйца. Это, понятное дело, не настоящие яйца, они пустые. Я думаю, что они просто покрашены под яйца или нет. Возможно, здесь дырочкой просто вылили содержимое. Но выглядит это очень реалистично, я должна сказать. И я собираюсь использовать их для пасхального декора. Для чего же еще? Когда я увидела этот подсвечник, я уже представила, как это все будет выглядеть на нашей террасе. И это не просто деревянная какая-то конструкция. Внутри, также видите, есть стаканчик. И ветер не будет задувать свечи. Также очень часто мы используем такие тилайты, ну, то есть самые обычные, которые там выгорают за несколько часов. И все в металлических таких, ну, как это назвать? В общем, вы поняли, да? И когда это большая свеча, ты можешь забыть ее, там, задуть еще что-то. Это... знаете, использовал, и у тебя даже есть какая-то гарантия, что это само по себе там потухнет спустя небольшое количество времени, и все. И также можно повесить куда-то на дерево этот светильник, но я не думаю, что мы будем это делать, хотя кто его знает. Я также несколько лет тому назад отвезла моей маме очень красивые светильники, она на террасе практически никогда не сидит, не использует их, с таким шнурком очень красивые были, я их в Пепку покупала, как сейчас помню. Нужно забрать обратно, она ими не пользуется. Вот такой светильничек, не светильничек, почему я их так называю, подсвечник, господи, Оля. Я очень люблю натуральное дерево, причем не особо обработанное. У нас такой стол, мы специально выбирали такой, чтобы была и трещина, и чтобы края были неровные. Одна моя зрительница написала мне, что я видела, что у вас треснул стол, сделайте это, используйте жидкое стекло. Я понимаю, что кому-то это может не нравиться, кто-то предпочитает что-то более консервативное, а нам нравится в небольшом количестве что-то такое добавлять. Вот, например, даже ножки у стола, они как от станка какого-то рабочего. И поэтому я иногда покупаю тоже какие-то досочки такие необычные формы. Я также делаю фотографии в Instagram, если что-то готовлю. Я подумала, что мне нужна такая подставка не просто как блогеру, а также поставить на нее, например, какой-то вазон, чтобы это прям на полу не стояло. Это тоже натуральное дерево. Видите, что оно такое не отшлифованное. Очень круто смотрится. Причем
Это интересно, да, это тренд сейчас. Раньше там кусок дерева, иди на какую-то пилораму или как она там, и бери вообще сколько хочешь, там, за копейки. А теперь вот это все продается за баснословные деньги. То есть это такая универсальная подставка. Если хотите, можно приправы на ней выложить или на кухне что-то горячее ставить. Я думаю, что тоже все обойдется, все будет нормально с ней. Я видела очень много всяких праздников, там свадеб, где как раз используется все такое в стиле бохо, все такое именно сырое, необработанное. Я такое люблю. Поэтому я купила себе еще две деревяшки. Если вам это нравится, если вы можете достать это у своего соседа за спасибо, то я вам по-доброму завидую. Это тоже недорого на самом деле. И я еще расскажу, что мне нужны такие гаджеты для того, чтобы это красиво, интересно и всегда по-разному выглядело в кадре. Мне это точно нужно. Здесь это большой тренд, это модно. И если пойти, например, в ближайший цветочный магазин, то вы увидите, что флористы часто используют вот такие элементы. Они также декорируют это все мхом, добавляют какие-то там горшочки небольшие с цветами. И все это смотрится интересно, и можно обыгрывать по-разному практически каждый раз. Чисто пасхальная вещь, яйцо внутри, кролики и цветы. Вообще я не слишком часто и не очень много покупаю такого декора, который я не могу использовать круглый год. Этот взяла, потому что Игнашику он понравился, он просил поставить его у себя на подоконнике. Пусть ребенок радуется. Тарелки, они такие увесистые, я должна сказать. И мне понравился дизайн. Я бы хотела светлые, но остались только эти, и была одна розовая глубокая, а мне нужны были именно вот такие плоские, не знаю, выложить котлеты, например. Вот, ну, такое всегда нужно в хозяйстве, согласитесь. Я еще взяла две глубокие тарелки, и вот сколько бы у меня ни было больших, их вечно не хватает. У меня есть прям очень большие, есть помельче, но сейчас достану. Вот такие я специально взяла с разным узором, и у меня не было размера вот такого, знаете, чисто на нашу семью. Не на 10 человек, не на 15, а вот что-то такое, и не слишком маленькое, а оптимальное. Тарелка выходного дня. Конечно, можно обойтись без этого, но вы видели, что у меня еще достаточно свободных шкафчиков в кухне, поэтому балую себя, можно сказать. И здесь вот есть такой небольшой элемент, я не знаю, видно вам или нет, написано handmade. Такая деталь. Пиалочки — это то, что у нас чаще всего разбиваются. И я не хотела обычные тарелки, а мне понравились вот такие, типа под хрусталь. И вот как раз тот момент, когда одна застряла в другой, и ты не можешь достать. Ну хорошо, вот эти две заблокировались. О, ура! Это, наверное, старость. Я не знаю, мне начал нравиться хрусталь. Я купила семена для приправ, ну для того, чтобы их посадить. Не знаю, с чем это связано, но с таким узором у меня есть стаканы. Я подумала, что все это будет гармонично смотреться, и тоже не хватает то для соусов, то для чего-то еще, вот для какой-то такой мелкотни, знаете. Поэтому взяла три, вот как раз две вроде как маловато, четыре много будет места занимать, а три, в общем, три. Думала, как бы объяснить, что это типа как бусинки, они такие серебристые, в общем. У меня есть подушка handmade. Я только недавно заметила, что здесь есть этикетка, кто сделал. Целина Кеунджера. Это фамилия такая польская. Я покупала эту подушку пару лет тому назад, и здесь были красивые бубенчики. И каждый год кто-то отрывает один, два, три, а в этом году уже ни одного не осталось. А мне не хочется выбрасывать эту наволочку, она очень красивая, она всегда привлекает внимание, и я ее очень сильно люблю. Она, кстати, не была вообще дешевой, и я покупала ее с целью использовать ее каждый год и максимально долго, потому что она очень яркая, такая по-настоящему традиционная, новогодняя, без всяких надписей, там типа «Home Sweet Home» и так далее. Вот, и в этом году уже не осталось ни одного бубенчика, и каждый год я складываю наволочку, думаю, к следующему Новому году я обязательно куплю эти бубенчики и нашью. Нет, это не происходит, и она вот так все утухает, бедная, все меньше и меньше, их теперь вот поотрывали, все, как это выглядит. Я решила, что бубенчики искать не буду, раз увидела что-то похожее, пришью вот такие бусинки. И последнее – это деревянный поднос. Я не знаю, насколько часто мы будем пользоваться им именно в качестве подноса, хотя, когда мы делаем гриль, тут столько беготни с кухни на террасу, то несешь кучу стаканов, то еще что-то, наверное, все-таки пригодится. Но я все-таки, но я знаете, что хотела сделать? На поднос
поставить какой-то лимонад. Мы были недавно в гостях, и я видела, что на другом подносе, не на таком, сестра Томака выставила, это так красиво выглядело. Так что не только я занимаюсь такими глупостями и организовываю все. Вот посмотрите, даже вот так ставить свечечки, цветы, и уже здорово, и лимонад. И больше не надо, да? Или, возможно, какой-то стакан с вилками, ложками. Но это смотрится очень интересно, очень красиво. И можно пробовать миксовать какие-то домашние вещи, которые у вас уже есть, в одно целое. И вы часто спрашиваете меня, куда я деваю весь тот декор, который я покупаю? Никуда. Я его складываю, потом что-то меняю, из комнаты в комнату переношу. Но в мусорку у меня никогда ничего не уходит. Разве что я разобью какую-то очередную чашку или очередную пиалку, какую-то мисочку. А так нет. Иногда что-то там могу подарить маме, например. Но это крайне редко на самом деле происходит. Я надеюсь, вам было интересно. Если вы любите покупочки для дома, то ставьте пальчик вверх. И я думаю, что на следующей неделе или где-то через полторы недели, посмотрю, как там по времени будут выходить влоги, будем вместе с вами это все расставлять, немножко менять декор, вешать картину и всякое такое. Надеюсь, за эти несколько минут вы со мной выпили кофе, или поубирались, или накрасились, или, не знаю, вы меня смотрите где-нибудь по дороге на работу или с работы. Хорошего дня или хорошего вечера. Была рада с вами повидаться. Я пошла лечиться. У меня очень болит горло. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока.